Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусные мятные пряники Моретти с трещинами в кето-варианте. Пряники получаются очень ароматные благодаря мяте и миндальной муке в их составе. Постный аналог этой выпечки полностью передает вкус классических сицилийских амаретти. Пряники не содержат глютен, сахар, яйца, молоко, а потому подходят для всех, кто соблюдает кето-диету или придерживается веганского питания. Рецепт адаптирован для всех, у кого непереносимость лактозы или казеина. Пряники не поднимают уровень глюкозы в крови, что очень важно для людей с плохой толерантностью к инсулину и диабетом. Это абсолютно безопасные, но при этом невероятно ароматные пряники с насыщенным вкусом свежей мяты. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В мяту всыпаю эритритол. Пробиваю блендером до получения мятной пасты. Вливаю кокосовое молоко, недолго пробиваю блендером. Добавляю миндальную муку, псиллиум, соду, ванилин и яблочный уксус. Перемешиваю ингредиенты до получения густого миндально-мятного теста. Убираю тесто в холодильник на 10 минут. Порционно добавляю миндальное тесто в миндальную муку. Обваливаю тесто в миндальной муке. Формирую биток и укладываю заготовку на пекарскую бумагу. Каждую заготовку разглаживаю ложкой, чтобы получилось более явной трещиной. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После выпекания оставляю на решетке до полного остывания. Миндально-мятные кето-моретти получились очень вкусные и нежные, с насыщенным вкусом свежей мяты. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.